крупный бизнес отвечает в том числе и за проекты по сохранности экологии, за проекты по сохранности тех малочисленных, коренных малочисленных народностей Севера. Вот по некоторым регионам это и культурные центры, например, им строят, чтобы они не забывали свои собственные там традиционные песни, свои традиционные музыкальные какие-то традиции. Да, традиционные традиции. У меня иногда тавтология тоже возникает уже под конец сессии. Ну что ж, я бы, Андрей Михайлович Грачев вот с нами сейчас здесь. Какие вот в масштабах холдинга Норникель возникают уже сейчас какие-то наработки, да, вот по тому, каким образом идти к тем целям, которые мы сегодня, сегодня поставили, да, и ну, подробнее, конечно, расскажите, чего вы ждете вообще от всего того, что мы сейчас... Хорошо, Дмитрий, ну, прежде чем начать это выступление, да, я хотел бы прокомментировать то, что уже прозвучало, если возможно, да, вы ведь первые подняли тему противоречия между двумя эко. Экономикой и экологией, да? Ну, на самом деле, если брать... Я сразу скажу, в чем обычно обвиняют в первую очередь крупный бизнес. Да. Но дело в том, что мы понимаем, что для любого региона, да, термин «устойчивое развитие», он применим. И наша компания, она всегда выступала за устойчивое развитие тех регионов, где размещаются производительные силы. Что мы понимаем под устойчивым развитием? Это баланс интересов экономики, экологии и социальной сферы. Потому что вы взяли только две составляющие, мы добавляем третью, потому что, ну, там, где вахта, там социальная сфера не столь важна, но так как у нас классические города, фактически, которые, но в которых вахта может быть применена только частично, вот, поэтому мы применяем эту тему. При этом хотел бы сразу обратить внимание, что наилучшие доступные технологии, а это производство продукции на основе современных достижений науки и техники с учетом интересов окружающей среды, является, условно говоря, такой примирительной, да, примирительным фактором, который может, значит, ну, дать нам те возможности, которые вот мы реализуем на территории Мурманской области, где созданы все необходимые условия для функционирования нашей компании. Хотел бы также, ну, поддержать и Вячеслава Александровича, который достаточно остро выступил, мы понимаем прекрасно. Так получилось, что это моя одна из самых любимых фраз, которую сказал Гагарин, облетев в землю на корабле «Спутники», увидел всю ее красоту, давайте же приумножать эту красоту, а не разрушать ее. Исходя из этого, мы понимаем, что речь идет в том числе об экологическом мышлении. Потому что если мы говорим об экологической халатности, то халатность, она проистекает от экологического невежества. Но тем не менее, экономические факторы, то есть экономику, да, никто не отменял. Мы понимаем, и Александр Александрович рассказал о значении Арктики для экономики страны. Мы тоже понимаем прекрасно, если берем цифры, то что такое Арктика для нас, то есть норильский никель. Это 36% мы формируем бюджет Красноярского края, 24% Мурманской области. Если берем отдельно город Норильск, то это 89%. И фактически никто не отменял, компания реализует сейчас долгосрочную инвестиционную программу глубокой модернизации развития производства стоимостью порядка 2 триллионов рублей. Она будет реализовываться до 2030 года. За полярным кругом в компании живут и работают более 60 тысяч сотрудников, вместе с семьями это 200 тысяч человек, это крупный город. Вот, поэтому особое значение мы уделяем развитию человеческого капитала. При этом нужно иметь в виду, что мы понимаем такую вещь, что мы понимаем, что мы должны создать условия для наших проживающих в арктической зоне людей не хуже, чем они, ну как мы называем, существуют на материке.
То есть, если речь идет об информационном неравенстве или информационной депривации, то мы понимаем, что мы должны что-то с этим делать. Именно поэтому один из ведущих проектов у нас стал высокоскоростной интернет. Мы тысячи километров протянули по территории вечной мерзлоты, и в настоящее время в Норильске интернет не хуже, чем в Москве. Андрей Михайлович, это когда вы знаете, все время спрашивают, что такое инвестиционная привлекательность, что такое инвестиционная привлекательность? Объясните простым русским языком. Вот вы сейчас объяснили, это простая привлекательность. Это просто, да. Просто, это привлекательность. Просто привлекательность, это нормальные условия жизни. Ну, то есть, тема простая. В какую бы часть страны, в какую бы часть России ты не приехал, везде ты можешь получать одинаковые услуги, одинакового качества по одной цене. Ну, может быть, не по одной цене, но тем не менее. Вот. Поэтому, если мы говорим о том, что, значит, мы должны выстраивать такие же условия для наших людей в Арктике, такие же, как они существуют, мы говорим об интернете, мы говорим о том, что нам нужно строить, и мы построили самый северный аквапарк в России, в Норильске. Мы построили совместно с государством прекрасную взлетно-посадочную полосу, которая может принимать самолеты любого класса. И сейчас мы проработали программу вместе с коренными малочисленными народами Севера, программу развития. Значит, она рассчитана на 5 лет. Я не скажу, что, ну, к сожалению, та авария, которая произошла, она была толчком, потому что мы раньше работали. В частности, должен сказать, что на уровне Организации Объединенных Наций высокую оценку получила программа восстановления эннетского языка, которую мы поддержали. Но в настоящее время принята руководством компании программа оказания помощи КМНС. Значит, она продлится на протяжении 5 лет, будет продолжаться. А вот на нее выделено 2 миллиарда рублей. Конечно, мы понимаем прекрасно, что без внимания не должны оставаться коренные народы. И мы подписали соглашение о сотрудничестве с основными ассоциациями коренных малочисленных народов, как регионального, так и федерального уровня. С точки зрения экологии, компания в настоящее время реализует серную программу, реализация которой планируется до 2026 года. Мы намерены снизить выбросы диоксида серы не менее чем на 85%. Общие затраты на реализацию серной программы оцениваются на уровне 250 миллиардов рублей. На текущий момент сумма всех контрактов, которые заключены, порядка 74. С учетом фактора аварии мы, конечно, пересмотрели наши планы по промбезопасности и дополнительно выделили еще 1 миллиард рублей. Таким образом, мы подошли к извлечению уроков достаточно серьезно. И сейчас, в настоящее время, мы рассматриваем новый этап развития города Норильска. Мы понимаем, что без помощи компании Норильск невозможно развивать. Но уже сейчас совместно с администрацией города мы разработали программу реновации, то есть это восстановление, реконструкции и строительство нового жилья. До 35 года инвестиции в общем объеме 85 миллиардов, из которых 50% этой суммы готова компания профинансировать. Ну и, соответственно, в рамках поручения правительства Российской Федерации по реализации постановления Совета Федерации о социально-экономическом развитии города Норильска мы сейчас участвуем в подготовке совместно с Александром Викторовичем четырехстороннего соглашения между правительством федеральным, между краем Норильском и компании «Норильский никель» по социально-экономическому развитию территории. Вы знаете, когда говорят, вот на некоторых мероприятиях поднимался такой вот вопрос, а когда люди, собственно говоря, начнут чувствовать те изменения позитивные, да, которые они должны почувствовать, и что это за изменения такие? Вот иногда даже так вопрос формулируется. А мне вот кажется, да, что мы вот сейчас говорим о привлекательности регионов. Это когда человек, например, ну, я не знаю, из Москвы, из Санкт-Петербурга, просто захочет поехать в Норильск. Да? Ну, то есть да. Обычно-то мы про Норильск что слышим?
Ну, ничего хорошего, да? Согласен, да. Вот. А вот когда у человека там спонтанная реакция, даже при любой непонятной ситуации, сейчас у нас езжай в Питер, да? А тут вот при любой непонятной ситуации езжай куда? Туда-сюда. Ну, почему не в Норильск? В Мурманск. Вот. В Мурманск вот. Дмитрий, даже в непонятной ситуации в Мурманск. В Мурманск, да, потому что, ну, ситуация такая, что, ну, этот и слоган, который губернатор придумал, «На севере жить», он такой мобильный, и он плавно перешел из выборной кампании Андрея Владимировича в повседневную жизнь и стал самым популярным. Что касается Норильска, ну, у нас как бы история делится на две части, до аварии и после аварии. К сожалению, так получилось, что до аварии мы были чемпионами, и темпы наших улучшений, мы закрыли никелевый завод, тем самым на 35% в селитебной зоне снизили выбросы и шли дальше, но вот случилась такая беда. Но на самом деле сейчас мы делаем все возможное и невозможное. Фактически у нас уже завершилось 3 этапа работ по ликвидации последствий аварии. Разлив нефтепродуктов локализован. Сбор основной массы топливно-водяной смеси завершен. И по смонтированным трубопроводам проведена перекачка из временных резервуаров в склад хранения. Поэтому мы будем двигаться дальше. Мы взаимодействуем сейчас с Академией наук очень плотно. Сибирское отделение Академии наук нам сильно помогает. Поэтому думаем, что мы возвратимся к тому статусу Норильска, и Норильск исчезнет с карты самых загрязняющих атмосферу и водное пространство городов. Мы в это верим. Мы просто надеемся на это, потому что вот всегда, когда мы говорим, опять же, и не только об инвестиционной привлекательности, это действительно просто туда, куда у человека возникает желание поехать. А это очень важно, потому что вот когда мы говорим о том, как вот объяснить человеку, что когда приезжаешь, например, на север, Вячеслав Александрович вот у нас говорил о том, что нельзя там бумажку нигде вот бросать. Это действительно так, это твой же дом. Вот у среднестатистического человека, который мало путешествует по своей собственной стране, в голове вот этой картинки никогда не появится. Что ты туда приезжаешь, там живут такие же люди, как и ты, с такими же проблемами, как и ты. Они, вот эта уникальность нашей страны еще в чем? Они говорят на одном с тобой языке. И ты просто видишь не инопланетянина, а твоего брата, получается, твою сестру. Ну, я... Норильск, извините, пожалуйста, да, да. Я был там, но приглашаю слетать в Норильск, там фантастическое... Минута у нас остается. Обслуживание, вот. Да, и самое главное, это может быть центром, хабом так называемого экологического туризма. Если мы об этом подумаем, все-таки же плато Патарана, и все прелести и красоты от той территории, они как раз могут дать серьезные вообще... Ну, толчок развития как и бизнеса как такового, но и самое главное познание людей, насколько красив у нас север. Это как было, знаете, как сделать Кавказ привлекательным? Ну, понятно, после военных этих действий, которые там были кровопролитных, сделать его просто туристической меккой вообще для России. Клин-клином вышибают. Как сделать Норильск привлекательным? Сделать его центром экологического туризма. Вот другой стратегии нет. Дмитрий, смотрите. Очень коротко, дело пожалуйста. В том, да, очень коротко. Если говорить так, то Вячеслав Александрович, ну, видимо, обладает какими-то сверхъестественными свойствами, да, и угадал. Дело в том, что мы сейчас... Не без строить... этого, наверное, не без этого. Да, да, мы сейчас будем строить курорт плато Патарана, который будет расположен рядом с озером Мелким. Вот, это уникальный парк, в котором компактно, на доступном расстоянии будут собраны нетронутые природные богатства Заполярья. Вот, объем частных инвестиций порядка 15 миллиардов рублей. Ну, мы хотим делать там глэмпинг достаточно серьезный, то есть фактически, чтобы это реально было. Ну, я не могу не сказать здесь, да, о том, что мы также создаем аналогичный проект в Мурманской области, и губернатор нам помогает, ну, мы просто не ожидали такой помощи, да, то есть он стал реально нашим сторонником в этом, значит, который предусматривает создание туристического кластера и включает развитие природного, экологического туризма, и общие наши финансовые вложения будет порядка 12,5 миллиардов рублей. Здесь вот мы встретили полную поддержку Андрея Владимировича. Спасибо. Да, спасибо большое. Ну что ж, можно добавлю? Давайте, чтобы понимание было.
у нас в Арктике, об этом много говорилось, две формы. Единственный ТОР, который в Мурманске. Территория опережающего развития. Территория опережающего развития, которая дает. И вся арктическая зона, которая регулируется законопроектом об арктических льготах. И там самый главный момент, нет чиновников. Люди на электронной площадке, которые решили делать бизнес от 1 000 000 рублей и в Арктике, они заявляются, регистрируются, получают и, соответственно, начинают работать. Вот тот проект, о котором сейчас сказал коллега, как раз в том числе был первый, кто заявился в рамках этой работы и сегодня уже начал работать в рамках этого законопроекта. Портлинг Хамари называется. Спасибо. Да, давайте еще. Вот. Я считаю, что самым правильным завершением этой сессии, вот, раз мы плавно подвели, добро пожаловать в Арктику, в Мурманскую область, жить, работать и отдыхать. На севере жить. На севере жить. А, да, тем более север ближе, чем он кажется, ближе, чем он на самом деле у нас в головах, вот эти все барьеры. А, ну что ж, у нас сегодня было немножко и пессимизма, было и много оптимизма, а самое главное, у нас есть понимание того, каким образом жить нам всем вместе и на севере, и вообще во всей нашей стране. Спасибо вам всем за внимание, спасибо вам всем за ваши комментарии, за ваше экспертное суждение. И вы, так сказать, рассказали о том, что ваша такая большая программа. Ваш слово буквально. Вы знаете, в вашем вопросе очень опасная фраза «ты растапливаются». Потому что против того, чтобы льды растапливались, потому что растепление грунтов, да, сейчас фактически является одной из тех проблем, с которыми мы столкнулись и которые мы думаем, стало одной из причин аварии. Вот, что сейчас, вы обратите внимание, власть, крупный бизнес, общественные организации, представители региона, все вместе. На самом деле эта сессия символизирует общее понимание проблемы. И то, что на самом деле общее понимание проблемы, это означает успешное решение этих вопросов, да, связанных с арктическими, с нашим пребыванием в Арктике, с жизнедеятельностью человека в Арктике. Поэтому это радует. Это радует, потому что мы за то, чтобы и бизнес, и власть, и общественные организации, коренные и малочисленные народы сообща решали проблемы, которые связаны с арктической зоной. Спасибо большое.